Доминик Гашек выдал порцию какашек. Хочет он из НХЛ убрать всех хоккеистов наших. Но что с ним не так? Играл же за Спартак, а сейчас себя ведет как редкостный мудак. Зуба включил Халка и порвал на себе майку. Да, голы не забивает, зато форму разрывает. Вася Уткин стал шмелем, ну или Эминемом. Да, конечно, он не слим, не вписался чуть-чуть делом. Эйтан в Билайне, обратите внимание, Вася голову уже в нужный цвет покрасил. Для рекламных интеграций не нужно декораций. А мы пока перейдем к следующей сенсации. Мы уличили в связях с каким-то мужиком. Фу, мерзость, нет-нет-нет, давайте о чем-нибудь другом. Магнитная буря накроет землю в ближайшие сутки. А, вот почему открылся МТС и покрасился Уткин. Самолет уральских авиалиний, что, опять? В этот раз пшеницу, а в прошлую кукурузу пришлось сажать. Так, ладно, а что у нас с IT-новостями? Ну, выходит новый iPhone, дорожает крипта под названием Тон.